Ладно, давай, первый конкурс приветствия, сыграем все три конкурса. Приветствие, разминка и конкурс одной песни. Начнем с приветствия, начнет команда КВН «Диалект». С вами самая интернациональная команда вечера «Диалект». Всем привет! Так как мы интернациональная команда, начнет Карим. Здравствуйте, я наполовину араб, наполовину украинец. И недавно на Курбан-Байрам я чуть не зарезал свинью. И как? Славьте Господи, не зарезал. Карим! Лучше расскажите, кто чем летом занимался. А я летом сфотографировала с Уиллом Смитом. Всего за 500 рублей. Ты думаешь, Уилл Смит стал бы деньги за фото брать? Стивен, а ты чем занимался? Я летом открыл малый бизнес. Мы так понимаем, он прогорел. Вот всегда вот так, эти российские шутки. Мама, хоть она и была белой, всегда меня поддерживала. Она мне говорила: Стивен, солнышко, еще не села, иди работай! Стивен, иди отсюда! Таня! Да что опять? И что? Приемная оказалась она! Девчонки, вы что-то подготовили к сегодняшней игре? У нас есть подарок для одного из членов жюри. Внимание на экран! Знаете, я хотел, чтобы была такая рыженькая, высокая и, извините, с большой грудью. Вадим, я для вас создана. Вы мечтали об этом 12 лет. А тебе сколько вообще? 12. Он женатый человек, иди отсюда. Ребят, ну это было некрасиво. Извиняйтесь перед Бакуневым. Я учусь на журналиста, и Бакунев мой преподаватель. Ты когда-нибудь извинялся перед ним за опоздание? Ребят, я учусь на юридическом. Вам приходилось извиняться перед чеченцами просто так? Ну давай, Стив! Я не буду выходить в этот момент! Да выходи, Стив, выходи! И почему ты не хотела выходить в образе Элтона Джона? Ну вы сами-то хоть определитесь, черный я или голубой? Стив! Можно я спою песню? Давай! Цвет моей кожи черный, а батя белый, значит я приемный. Стив! На черном Стиве. Да, Стиве! Ребят, может быть, что-то другое можете показать? Да, у нас есть миниатюра. Фотографа. Голову чуть-чуть правее поверните. Сделай лицо попроще. Можешь не улыбаться. Но если все-таки мы не пройдем в финал, то тогда пойдем в другие передачи. Внимание на экран. В эфире финальный выпуск шоу «Битва экстрасенсов». Первое испытание проводят постоянные скептики сестры Нгуена. Мы спрятали одну из сестер в машине. Выбор пал на черный. И первый экстрасенс уже здесь. Вам нужно найти человека с этой фотографией. У меня три жены, и я с легкостью могу угадать, кто под какой паранжой. Я все думала, рядом тебя это соседняя машина, он сейчас ее выгонит, да? Можно потише? Здравствуйте, сегодня вы должны... Вот это. Вы уверены? Вот это. Понадобилось дополнительное испытание. Вы должны определить, что будет с этим человеком. Если он так будет на меня смотреть, я его поломаю. Да нет, человек на фото.
у человека будет ребенок. Я просто в шоке. Об этом не знала даже съемочная группа. Сейчас узнаем, кто победитель. На этой неделе вы боролись... Да. На этой неделе вы боролись за звание лучшего. И побеждает Карин. А где приз? Это еще одно доказательство того, что кроме КВН у нас дороги нет. И если мы не пройдем дальше, мы умрем. Итак, представьте, мы умерли. Я что, умерла? Это что, мое тело? Да, вы умерли. А почему из всех в нашей команде умерли только мы? Ну, потому что в РУДН достаточно уже поющих азиатов. Чего ты взяла? Это не я решила. А кто? Сангаджи. Боженька, он что, тоже умер? Он боженька. Да какой боженька? Ребят, заканчивайте этот бред! Но на самом деле мы очень дружная и толерантная команда. Мы дружнее? Вы китайцы вообще меня бесите. Вообще-то мы вьетнамки. Господи, вы еще и вьетнамки. Вот ты небритый, ты главная националистка в команде. Карин, не бомби. А, господи. Вот, Демид, скажи, ты же играл в команде с кавказцами. Как ты вообще там терпел вот это все? Вот скинхеды вообще нормальные ребята были. Дорогие друзья, но как вы поняли, мы очень дружная команда. А связала нас всех игра.